Наш город почти полностью состоит только из модульных зданий компании Lego. Каждый дом – это шедевр архитектуры не только снаружи, но и внутри. Внутри есть туалеты, ванна, душ, кроватки, стол для пинг-понга, стол для бильярда. Доходит даже до таких атрибутов нашей жизни, как, например, настоящая Lego-люстра. Вообще вся коллекция это собиралась всю жизнь. У меня с детства, наверное, лет 6-7 существует правило: один раз собрал, никогда не разбирать и не модифицировать. Ему я придерживаюсь до сих пор. Все наборы, собраны один раз, сохранили тот потрясающий блеск одной сборки, так скажем. Вот 63-е и 70-е года – это вот в нашей коллекции самые старые. Так как у нас существует главное правило в музее, мы покупаем только новые наборы, запечатанные, чтобы сохранить их потрясающий блеск и, можно сказать, полностью новизну. Мы сами открываем эти пломбы, то есть это для нас очень важно. Для меня это, ну, это все. Это вот любовь всей моей жизни. Мне повезло, что я нашел в себе, окружение, там, жену, которая тоже помогает мне и поддерживает меня, с кем я могу посоветоваться, как сделать лучше. В общем, это вот прям вот любовь всей жизни. Вообще, я не особый фанат Лего была до знакомства, я не относилась к нему нейтрально, но когда мы познакомились, он мне действительно показал, что Лего может быть интересно не только детям, но и взрослым, и мне стало интересно изучать историю компании, собственно, собирать, я очень люблю, мне даже в какой-то момент это было медитацией. Иногда, если вот я здесь стою и приходят гости, общаются со мной, спрашивают меня, а есть ли у нас что-то, и рассказывают какие-то свои интересы, то я сразу задумываюсь, да, у нас этого нет, надо купить. И, в общем, я там уговаривала его купить детские наборы Friends для девочек, которые... Он такой, я их не люблю, я говорю, надо. Все девочки любят Friends, я хочу Grand Hotel, купи мне. Yeah.
музей очень классный. Но у меня просто ребенок очень увлекается этим, поэтому приехать сюда очень круто, все работает. Гарри Поттер — это вообще бомба. Вот, я восхищаюсь таким. В целом Лего — это вот, ну, какая-то эта история, это вот мечта, я не знаю. У меня в семье муж занимался, он привез из гаража огромные такие корзины с блоками Лего. Они нашли инструкцию, собрали старый поезд, который муж еще в детстве собирал. То есть вот у нас это такое семейное, поэтому просто интересно ходить, смотреть, разглядывать.